попробуем зайти на территорию бывшего хлебозавода, который снабжал хлебом всю Челябинскую область практически. Сейчас от него осталось только поле, вон там был хлебозавод. Сейчас от него полная ерунда осталась. Тут киоск стоял, хлеб продавали. Да, проходная тут была, тут весовая была. Взвешивали груз здесь. Вот так вот территория хлебозавода. Пустырь теперь остался. Был огромный хлебозавод. Загрузили недавно тут железяки какие-то. Вот что осталось от хлебозавода. Один пустырь. А был огромный хлебозавод, цеха вон стояли. Пол Челябинской области этот хлебозавод кормил. Какой завод раздолбали, капец. Ничего не осталось от хлебозавода. Разруха. Печально. Проходная вся разбомбленная тоже. Когда-то люди на работу шли через эту проходную. Здесь весовая была. Заезжали. Муку взвешивали. Хлебовозки отсюда ездили, выезжали. Сейчас только воспоминания остались. И ни хрена больше.